Где Папич? Папича сожрал, больше стримов не будет. Ачху, блядь, ебать. Что он сказал? Он... Где Папич? Папича сожрал, больше стримов не будет. Я Папича сожрал, больше стримов не будет? Блядь, ебать. Ну, я тебе так скажу, он 2 месяца стоял на паркинге, на них никто не... Не важно, дело не в этом, дело не в этом, дело не в этом. Дело не в этом. Я тебе... Блять, когда думаешь, что сказать, чистый. Я уверена на 100%, то, что он даже, даже не заметил, что он так сейчас говорит это. Смешно. Киса! Это я так делаю, это у кого на стриме, ёпта мать. Это я так делаю. Это я так делаю, блядь, в смысле? Выиграй крутые призы у... ...жепли свой... ...так то... Слушай, это что, минет? Почему там минет? Там минет, тут дрочка, извините меня. Почему хватит ВИЧ спермотоксикозиков? Килограмм мазика, кстати, мазика тут вообще чуть-чуть, я не люблю майонез. Типа я добавила майонез, потому что тут курица, потому что если бы я добавила масло, масло с курицей... Какая стримерша, такой контент, а вот за это я тебя сейчас забаню, потому что ты какой-то ебанутый, извини. Блять, а как забанить? Ты стримерша такая, понял? Я не такая. Как забанить? Забанить. Конченый. Триста семь. Вот это вот-вот, там миньет, вон там миньет, а тут нет. Тебя тоже забаним, мой сперматоксикозик, мой хорошенький. У тебя много запросов на тухе, очень много. В детстве я не понимал, чем они занимаются, но потом осознание все-таки пришло. Они там явно не посуду мыли. Видите, он не дует. Вы видели, да он губы даже не прислонял. Лол. Лол. Видите, он не... Лол. А вот они. Не посуду мыли. Поебать. Видите, он не дует. Лол. Вы видели, да он губы даже не прислонял. Лол. А паечка, блин. О, сейчас дебла плюху дам, смотри какую. Кому? Ты поклипуйте, клипуйте. Я же говорю, типа, сказал, сделал. Да, типа. Да, да, да. Не, это чисто повезло. Да как? Чё, блядь? Что? Сука! Да как? Что? Он же первый пришел, алло. Ясно. Да как? Чё, блядь? Что? Сука! Ты серьезно, дядь? Он даже по нему не попал.
Я, типа, не хотел его убивать, я хотел посмотреть, что он будет делать. И в итоге я вот насмотрелся. Блядь! Сука! А что это такое? Блядь, что это? Ебать, Супра 8К. На 160, блядь. GTA 5, да, блядь, смешно. Чё ты делаешь, блядь, придурок? Чё ты делаешь, сука? Мы приёбываем вдвоём, блядь, что ты делаешь? Кстати, смотрите, как у него смазывается вебка. Это, блядь, настолько тяжелая игра для компа, походу, пиздец. Кнопочки. Кто? Кто? Лол. Да при чем тут ебать 10К? Вы слышали, как просто какой бит произошел? Какой же тайминг, лол, просто охуеть. Специальный опрос. Чем тебе нравится этот Макдональдс? Мне нравится этим диваном, потому что здесь можно сидеть и чувствовать себя мужчиной. Да? Да. Так, это теперь... Да бог тебе здоровья, блядь, братик. Что у него с волосами? Ну грязные, грязные у него волосы, да не видишь? Дир Аня. У кого есть смайлики драмы? Покидайте драму. Кому еще чатик? Кому? Кому чат? Кому? Кому чатик? Он же мне палец облизал, блядь. Вонючки. Так точно. Стоп, мы уступаем ему. Нет, блядь, это пожарка! Блядь! Блядь, Кирилл, ёбаный в рот. Ёбаный. Блядь, ладно, что мы пошли? Валим, валим отсюда. Валим, уходим нахуй. Уходим, попы! Короче, здесь походу пожарные машины надо пропускать, потому что он не остановился нахуй. Не было, на полка. Блядь. Ну и чё тут сделаешь? А? На, пошел нахуй отсюда. Все, бесишь меня, ненавижу тебя, блин. Простите, пожалуйста. Чё ты разгорел? Это просто охереть. Чё бомбанул-то так, боже? Смотри, на 4. Я все понимаю, Люк, то, что я... А я помню, что тут Тендерли была еще, да. Она сдохла сразу же. Или что, как это произошло, блядь? Еду 60 км в час. На 40-й полосе. Осуждаю. Обижаешься то, что я 3 недели назад бухал с Танюхой, и ты хочешь меня вызвать на голосование, блядь. Но я не мафия здесь. А я помню, блядь. Я не мафия. Я не мафия, я тебе больше скажу. Я шериф в этом городе. Я просто имел активную роль, я давно за шерифа не играл, мне пришлось. Ты меня слышишь? Блядь. Шутки про Танюху. Да ты совсем обнаглел. Ёбаный в рот, блядь! Уёбище нахуй лесное, иди сюда, блядь! Пиздец!
пиздец, уёбок! Я не знаю, актуально про Танюху шутить только о лохе? Точнее, уже не актуально, потому что он уже один раз пошутил, типа второй раз шутить, это такое себе. Ну и все, больше бухать типа с Танюхой и такое. Пугал меня, чуть не всрал, бля, себе в трусы! Шиза. Делать. Ну, чуваки, Ван Клифф, я вам приеду от сосу всем в чате, кто присутствовал на момент просмотра потока во время топ-дека Ван Клиффа. Блять, что-то, блять, настроение появилось, хуй знает. Чуваки, адрес пишите, блять. Адрес пишите, блять. Адрес. Жду адрес от каждого в чате. Приеду вам лично сосать. Каждому, э? Блять, он неадекватный какой-то. Ебануться. Знакомая комната? Ебать! А, так это Хромакей, отстань! Те! Это Хромакей. Сейчас, подождите. Сейчас должен был произойти чих. Сука! Я не чихнула. А-а-а! Я должна была чихнуть. Фак. Я не люблю такие моменты. Да, он ремонт как у папи сидит, наконец-то. Привет, Синик. А ты по стрим ХС несколько лет. Привет, Диник. Блять, блять, с водой, ёбаный рот. Блять. А типа, а так у меня прям, ну, прям, типа, хз. Глядит. Блять, вот прострел, пизда. Хорошо, я тебе даю на съемку. Меня охренели. Чекайте, кирпич упал. Да, снег. Осторожно, так может упасть и все. Смерть. Кирпичики, не падай. В доту? Какую нахер доту? Блин, кресло скрипит. Что с креслом, я не понимаю. Я вчера пересматривал раз 20, блядь. Блядь, это супер смешно, я не знаю, это ультра смешно. Долбоёба на меня посмотрел. Чё ты кыскыскыскышь, блядь? А, он вместе с этой, с Полиной приехал к её родителям. Прикольно. Чё он до катана доебался, блядь? Он и так смотрит на него, как на долбоёба. Смотри, как на долбоёба. Блять, ва.